Тюменская область – базовый регион для сборной России по лыжным гонкам. Эта аксиома доказывается тем простым аргументом, что на этапе Кубка мира в Норвегии сибирскую прописку имели сразу 6 атлетов нашей национальной команды. А Денис Спецов, пропустивший начало сезона, сходу отметил возвращение медалью. Соревнования в Лиллехаммере прошли в формате мини-тура. Первой из трех дисциплин стал спринт, в котором многие фавориты выбыли довольно быстро. Лидер Кубка мира тюменец Александр Большунов остановился в четвертьфинале, а норвежец Йоханнес Клебе на следующей стадии. И снова, как и на предыдущем этапе, не обошелся без истерики после сломанной палки. Немного не хватило до финала ставшему восьмым тюменцу Глебу Ретивых. А победил специализирующийся на коньковом спринте итальянец Федерико Пеллегрино. Продолжила соревнование разделка на 15 километров свободным стилем. И здесь по понятным причинам мы многого ждали от Спецова. Денис, как и в Пхёнчхане, не подвел. То, что он на коньковую гонку, это же у него была олимпийская дисциплина, то есть причем медальная дисциплина. И он был все равно к этому готов. То есть это да, это было ожидаемо. Спецов показал бронзовый результат. Обошли его лишь два местных лыжника. Победил Шур Рёте, а вторым стал Дидрик Тёнсет. Спецов первому месту уступил 28,6 секунды. Неплохо для молодого лыжника, который традиционно разгоняется по ходу сезона и к так называемым декабристам не относится. Впрочем, в коронном коньковом ходе Денис готов брать медали круглый год. Большунов после двух побед на стартовом этапе Кубка мира в спринте стал 19-м, а в разделке 21-м. Но тревоги болельщиков, ждущих от него борьбы за самые высокие места на регулярной основе, он развеял в персьюте классикой. Стартовал в конце второго десятка, а в итоге едва не заехал в медали, заняв 5-е место буквально в секунде от бронзы. Александр отыграл сразу 14 позиций и показал, что по-прежнему полон сил и настроен решительно. Очень много лыжников, которые специализируются, например, как Лайба, например, на спринта, или там Пеллегрино, он вообще на коньковом спринте в основном, понимаете? Есть люди, которые дистанционщики, типа Сонби, есть дистанционщики, которые одни бегут коньковым, другие бегут классикой. То есть много универсальных гонщиков таких вот не так много. Это вот Колония универсальных гонщиков, Саня Большунов. Поэтому я думаю, что борьба-то будет вот между ними. А мало того, чтобы быть универсальным, нужно и как раз свои сильные дисциплины выигрывать. Там очень большие бонусные очки как раз за призовые места идут. Сразу на 1,5 мест улучшил свой результат Иван Якимушкин с 26 строчки на 11-ю. Спецова в массовом финише затерли на 27 место. Впрочем, бронзовому призеру Денис проиграл чуть больше 10 секунд. Стартовали в Норвегии и две тюменки. Татьяна Алешина по итогам мини-тура оказалась в 5-м десятке. А вот Анна Жеребятьева заняла 27 место. Неплохо для молодой лыжницы, которая все еще может выступать на первенстве мира. Как, к слову, и трио Большунов, Спецов, Якимушкин. Спортсмены из основы взрослой сборной России все еще очень молодые парни, которых ждет явно насыщенный сезон. Еще не забывайте, в этом году уже у нас в Красноярске состоится универсиада сильная. Я думаю, что туда на делегировать будет тоже достойных спортсменов, чтобы достойно выступить раз у себя дома. Поэтому, я думаю, и сборники молодые, которые у нас студенты, они туда еще поедут. Большунов после Лиллехаммера продолжает возглавлять зачет Кубка мира как в спринтерском, так и в дистанционном зачете. Следующий этап соревнований 8 и 9 декабря снова примет Норвегия. В Бейтостолине пройдет первая в сезоне эстафета, где без тюменского представительства в сборной России не обойдется точно.